Наш праздник такими отметками. Как? Погодите, у меня. Тетя Каргана. Каргана. За мной. Живи, живи. Не толкайтесь. Осторожнее, не поскользнитесь. Так, так, так. Кому не толкайтесь? Осторожнее, девочки. Значит так, вы сейчас осторожненько пойдете по этому песочку, а я вас буду ждать у служебного входа. Слышала? Разбежались. Наденьте маски. Пропустите. Пропустите, у меня билет. Билет у меня, пропустите. Пропустите. Стража, меня не пускают. Господин Патисон, да. У меня билет, а меня не пускают. Не надо было опаздывать. Я с детства всегда опаздываю. Это мое хобби. Мой портфель! Ай-яй-яй-яй!
А мы же поймали. Спасибо, пешечки. Пожалуйста. Мой заслуженный портфельчик. Ой, эти пики. Ну-ка. Господин Патиссон, вы еще не знаете самого главного об этих пиках. Что случилось? Кажется, мы узнали страшную государственную тайну. Ну? Каргана. Через служебный вход. Начальник стражи. Здесь. Со мной. Пойдем к тебе. Ты не знаешь, что случилось. А что? Смотри, Вова. Куда? Ой, ну во все глаза, понял? Любезнейший Патиссоне! Что это с вами? На вас лица нет? Чего нет? Лица? А где оно? Да, где оно? Понял. Я действительно очень взволнован. А разве что-нибудь случилось? Нет, не случилось. А может случиться. Да? До меня дошли достоверные слухи, что на карнавал хочет проникнуть Каргана. О, что вы говорите? Да, она ведь, кажется, ваша родственница. Дальняя. Это вы ее пригласили. Нет, ну что вы, старая ведьма давно на пенсии. Вот тебе за старую ведьму. Чем это? С утра вот что-то стреляет в пояснице. Нет, ну разве Каргане до карнавала? Она сейчас мемуары пишет. Вам смешно, а с меня король спросит. Пойду лично проверю караулы. Да, вот теперь необходимо проверить все караулы. Желаю успеха. Надо проверять не караулы, а всех гостей. Всех-всех? Да. А как же их проверить? Ой, ты сам лично будешь заглядывать под каждую маску. Под каждую? Да. Именем закона, верните карты. Это не я. И снимите маску. Да как вы смеете, презренный? Кривяло. Да-да. Что вы ждете? Убейте его. Пожалуйста. Сейчас я вас убью. Попались! А ну, снимите маски! Сейчас мы узнаем, кто из вас эта пиковая ведьма. Я! Ой, принц, ваша светлость. Простите меня, но эти маски так обманчивы. Видишь солидную фигуру, а она лишь пешка. Хватаешь козырную карту, а она на поверку обыкновенная, мелкая мастишка. Простите меня, ваша светлость. We'll be right back.
Я счастлив объявить. Рассеялась печаль. Мой сын здоров. Опять он вместе с нами. Мы открываем праздник фестиваль и во дворце, и за его стенами. Вот этот чудодей по имени Андрей, чихалье моему вернул былую силу. Я, по примеру многих королей, могу теперь спокойно лечь в могилу. Какой чудесный праздник пришел к нам в наше шахматное королевство. Все в буквальном смысле расцвело от улыбок, смеха. Даже не верится, что еще вчера, подумайте, еще вчера наш доблестный принц Чихалья был болен, и все мы пребывали в безысходной печали. Но появился волшебник Андрюша Попов, и принц выздоровел. Слава Андрюше! Да при чем тут я? Каждому человеку нужен нормальный режим. Это моя мама всем так советует. А теперь я с огромным удовольствием представляю слово моему давнему другу и коллеге, нашему Шуту Гороху. Его Величество, приказа в исполнение. Мы начинаем наше представление. И первым номером идет у нас балет. Поистине другого лучше нет. Хотя я его не видел много лет. Извините. Ну, снимите маску. Это мне стыдно. Какое нахальство. Опять этот страшник мне надоел. Сейчас я сотру его в порошок. Прошу вас, успокойтесь. Быстро поменяйтесь накидками и масками. И что будет? Увидите. Что вам угодно? Прошу извинить меня, но я не проверил вторую маску. Пиковую. О, проверяйте. Узнаете? Ой, мадам, опять это вы! Ты делаешь успехи, племянничек! Thank you.
Я была однажды в театре, там тоже так танцевали. Я хотел посмотреть второй раз, но заболел. Начнем, племянник. Рановато, тетя. Теперь пора, тетушка. Папа, ваше величество, здесь какая каргана. Спроси, мой верный Патиссоне, что нужно здесь этой? Что нужно здесь этой? Ой, Патри! Ой! Он был здесь! Это меня накривило, украл! Что нужно здесь этой? Что нужно здесь этой? Что нужно этой? Ну что ж вы, товарищи, ныли, есть же какая-нибудь ремонт под Тесуни? Ну? Особи? Нет! Скажи, что нужно здесь этой? Ну тогда Тесуни! Стойте! Не с места! Я вас проклинаю! Воли лишаю! И речи! Мешаю. Амчи. Амчи. Пчи. Будете вы наподобие предкам двигаться только по шахматным клеткам. Амчи. Все вы в ужасный цинкнот попадете и пропадете и пропадете. Что значит смех и слезы и обиды какой-то пешки или короля? Один мой взгляд и карты ваши биты. Со мной шутки плохи, ой, ла-ла, ла-ла. Были ваши предки, имели трон и замки на песке. Вы пленник черной или белой клетки на этой вечной шахматной доске. Ла-ла-ла. И все. Большое спасибо, тетя! Пожалуйста. На редкость удачно получилось. Да, учись, учись, детка. Мне пора. До свидания. Звоните, если что. Ой, кто это? Кривелло. А где Чихалия? Хорошо помню, он был в королевской ложе. Ой, корона! Да на что тебе корона? Беги! Быстрей! Куда? Куда, негодный мальчишка? Заклинание тебя касается! О, боже! Эй, туз! Со мной! Нету ждутки. Меня не заколдуете. Давай руку. Прыгай. Я боюсь. Я ж тебе сказал, прыгай. Хоп. Держитесь, мы постараемся вас выручить. За мной, Чихалия. Вон они! Вперед! Догоним! Догоним! Кто там? Кривелый пиковый туз. Все пропало. Нет, еще не все пропало. Давай. Тише. Клин
вернулся на мой пик, это они. Быстрее! Где-то здесь есть. Где-то здесь, под кукурузой. А может быть, с той стороны? А может быть, вот там, наверху? Хватай! Хватай этого школьника! Рыжего! Рыжего, давай! Лево! Хватай, хватай его! Ах, это ты, Владимир, что ты тут? А, куда? 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 Туда, может? Нет, не туда. А куда, туда? Туда. Ой, ну туда. Куда же? Ну, где они? Я сам видел. Они пробежали сюда. Будь здоров. Здоров. Кто будь здоров? Кто будь здоров? Кто чихал, тот и здоров. Кто здоров? Кто чихал? А кто чихал? Пусти ногу! Нет, не пусти! Скорее, чихая! Слепи же, да. А скорее, я убегу же, но где твоя сила? Ты вообще с тобой свяжешься? О, пожалуйста! Держи! 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 Не толкайся, туз! Подбери живот! Хорошо, без намеков! Кто там у вас? Скорее, к озеру! Вон они, уплывем. Заводи. Я не умею. Эх ты. Да вот стартер. Пока отдохни. Я пить хочу. Я тоже хочу. Я есть хочу. Я тоже хочу. Слушай, принц, такого хныкула, как ты, мы бы ни в один поход не взяли. Но я не могу без пешек, служанок, без моего шута горохового. Послушай, чихая, а ты не девчонка случайно? Почему это девчонка? Да так. Ты лучше скажи, куда мы забрались. Не знаю. Лес какой-то кругом. Эх ты, принц, принцесса. Да мы полдня по лесу идем и все время на север. Откуда ты знаешь? По деревьям. Северная сторона всегда во мху. Чтобы не заблудиться, я все время ветки наотламывал. Вон, видел? Да если бы не я, свалился ты в какую-нибудь пропасть или утоп в болоте. Что с тобой? Перестань. Ну что, перестань. И впрямь плачешь, как девчонка. А ты меня не бросишь? Да что ты, у нас товарищи не бросают. Так, куда бы нам идти? Слушай, у тебя здесь никаких родственников нет? Только папа Унылю. Да, задачка со всеми неизвестными.
Слушай, Патисоня мне говорил про какого-то родственника с очень смешным именем. Про универа? Да, маг универ. Он живет на горе. Каракан, северный район, обсерватория. Пошли! Пошли. Теперь узнаешь, где север. Темнота кругом. Сам ты темнота. Смотри на звезды. Видишь ковш большой медведицы? Вижу. Отмерь от края ковша 7 расстояний его высоты. Отмерил? Но приблизительно. Видишь самую яркую звезду? Вижу. Она всегда на севере. По ней ориентироваться будем, чтобы она всегда у нас впереди была. Выше голову, принц, принцесса. Я не принцесса. Пусть кругом ночная тишина, пусть грозят бедой дороги эти, королевство дружбы есть на свете. Самая хорошая страна, королевство дружбы есть на свете. Самая хорошая страна. Лунная дорога, звездная страна. Звезд на небе много, а земля одна. Звезд на небе много, а земля одна. Вдаль умчатся рельсы лунных поездов, но нигде не встретишь снега и цветов. Но нигде не встретишь снега и цветов. Вашим домом будут Марс или Луна. Помните повсюду, что Земля одна. Помните повсюду, что Земля одна. Мак-универ, можно к вам? Кто там? Это мы, Андрюша Попов и я, Чихали. Подождите, не сбивайте. 27 150 000. Сбился! Теперь придется все звезды пересчитывать. Но мы же не виноваты, мы же молчали. Да не вы, спутник помешал. Только их развелось в космосе. Работать невозможно. Это же Олег Попов. Да какой Олег Попов? Это же маг-универ. Он только похож на Олега Попова. Рассказывайте, что нового. Здоров ли мой племяш Патисончик? Портфельчик у него еще не отобрали? Отобрали. Да, понимаю. Патисоне добрый малый, но совершенно не приспособлен для руководящей работы. Да нет, все же значительно хуже. Стоило только этой старой ведьме чихнуть, как все шахматы оказались заколдованными. Чихнула? И заколдовала? Да. Это Каргана. Ее метод. Только принцу одному удалось спастись. Принцу? Какому принцу? Ну да, принцу. Мне, то есть. А-да-да-да-да-да-да, наверное, вероятно, может быть, что-нибудь я и забыл. Ну а что же мы теперь будем делать, молодые люди? Мы очень просим вас, уважаемый универмаг. Ты чего? Маг-универ? Извините, пожалуйста, уважаемый маг-универ.
помочь нам расколдовать шахматы. Это невозможно. Почему? Ха, расколдовать его может только волшебный помидор. Какой помидор? Ну какой? Волшебный. В нем исключительно живительный сок. А где достать этот ваш волшебный помидор? Его невозможно достать. Почему? Потому что достанет его лишь тот, кто нарисует линию без начала и конца. Без начала и конца? Так это же очень просто. Сколько вам лет, молодой человек? 11.5. Скоро будет 12. Почти что 13. Многовато. А вам сколько? Ну, лет 500. Маловато. Я старый ученый, занимаюсь астрономией и утверждаю, что линию без начала и конца нарисовать вообще невозможно. Так уж и невозможно. Да, невозможно. Посмотрите сюда, пожалуйста. Так, 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 так. Внимание. Готово. Получилось, получилось. Что? Действительно вы правы. Ни начала, ни конца. Вы ученый? Ученик 5-го Б-класса. О, извините, я вас ошибся. Тогда слушайте. Волшебный помидор находится в волшебном саду Карганы. На квадратном острове Флеш. У живых ворот сидит страшно голодный пес Туз. Вокруг острова вырыт квадратный ров. Во рву кипяток на берегу находятся две одинаковых доски. Откуда вы все это знаете? Из задачника нам задавали эту головоломку, но я так и не смог ее сам решить. А, вот видите? А на остров может попасть лишь тот, кто сам найдет решение. Без подсказки. Без подсказки. Не унывай, Чихали. Задачку мы эту решим. Главное только надо подумать. Спасибо, до свидания. Да-да-да, хочу предупредить, что этот страшно голодный пес Туз терпеть не может мальчишек. Будьте осторожны. Понятно. Первая, вторая, о, третья, четвертая, пятая. Пошли, Чихари. Я голодный. Седьмая. Хоть бы чай с бутербродами. Восьмая. Бутерброды и чай там. Где? Девятая. Там? Пойду первым. Иди, иди, принц.
Осторожней! Смотри под ноги! Не бойся, я тебя держу! Кто тут еще? А ну брось, что с карганой? Убери палку. Убери, а то загрызу. Не дразни. К животным надо относиться по-доброму. Конечно. Верно, Туз? Тузенька, голодная моя собачка. Кинь бутерброд. Кинь чего-нибудь. Никто тебя не любит, никто не покормит. Лови, скажи ему, что пропустил нас. Не торопись. Тузик сам знает, кого пускать, а кого нет. Верно, Туз? Конечно, знаю. Давай познакомимся. Я принц Чихалья. Дай лапу. Держи. Я Туз. А я Андрюша Попов. Ты не думай, Андрюша неплохой. Только чуточку невоспитанный. Ты его прощаешь? Я подумаю. А в сад нас пропустишь? Пропущу. За мной. Заржавели. Их надо смазать. А чем? Он меня не укусит? Не бойся, лучше дай ему бутерброд. Не бойся. Дай. А масло надо воротам. С сыром. Дай еще. Не бойся. Давай. А помидор в саду? Я жду вас с бутербродами. И воровство. Кто там в моем саду ломает ветки? Ко мне, на помощь волшебство. Ах, это вы попали, детки. Я воровство вам не прощу, обои в доски превращу. Я воровство вам не прощу, обои в доски превращу. Быстрее! Только не урони помидор! Открой сейчас же! Негодный пес! Я открою! Погоди, я тебя сейчас утоплю вместе с этими паршивцами! Будешь знать, как помогать мальчишкам! А я не боюсь! А? Ну сейчас, сейчас я вам дам! Ах, я вас спрошу! Ох, я вам дам! Ох, ну вот вы! Где же мой кисетик-то? Кисетик мой! Ох, кисетик волшебник! Ох, опять завязал, взял! Ну, дай я развяжу! Куда ты? Отдай немедленно! Ну да как же! Конец колдовству! Ура! Ой, что ты наделал? У меня же больше не осталось волшебного табака. Вот и хорошо, не будете больше колдовать. Тузик, ты ей не поддавайся. Она теперь не колдунья. До свидания. Спасибо. Поговорим о разных пустяках, как рано птицы нынче улетают. Мудрец спешит остаться в дураках, дурак страницы умные листает. А у шутов
порою вырастают веревки на ногах и на руках. Что стряслось? Почти что ничего. Нечаянные шалости сюжета. Друзья пропали все до одного. Вопросы есть, но нет на них ответа. Кричать нельзя, но можно петь про это. И в общем неизвестно, кто кого. И в общем неизвестно, кто кого. Алло? Брысь. Да-да, девушка. Тетя какая? Ах, тетя! Тетя Каргана говорит. Что опять надо? Что опять надо? Здравствуйте. Что? Я плохо слышно. Что? Обокрали? Тетю обокрали. А что у вас украли, тетя? А что? Непонятно. Пусть передают по буквам. Говорите по буквам. А, папа? А какая? А Хрика? Мама? Ириска? Что? А? А? Дубина? Кто? Кто дубина? Осел? Что вы ругаетесь, тетя? А? А, разбойник. Подождите. П-о-по, ми, по-ми, дубина? Да-да. Ой, осел, разбойник. Помидор. А, помидор. Ой, помидор. У тети украли помидор. Ой, что же это? Кто украл? Кто украл? Кто хоть украл-то? Тетя? Андрюша. Андрюша. А и принц с ним? Ой, и принц с ним. И принц? Я же вам говорила, нужно было вызывать другую колдунью. Это негодная старая ведьма. Скажите, что она халтурщица! Ой, можно просить, никто не ругается. Ну что вы, тетя, просто двуличие всячески вам сочувствует. Что, вы раскусили собаку? Прокусила собака? Ой, тетя покусала собаку. Что? Собака покусала тетю. Так ей надо, старый карге. Так вам и надо, старый. Ой, я говорю, нет, так вам и надо делать прививку. Не-не, не завивку, а прививку. Прямо на вас, на тетю, свалились в ворота. Ненормально. Кто же нормальный будет лазать по воротам? Скажите, что нужно лечиться. Ненормально. Тетя, надо вот лечиться, говорят. Прямо с ворот в больницу. Меня в больницу? Ну, спасибо, тетя. Не ожидал. Карга укушенная. А, ну что же делать? Надо украсть. Украсть этот волшебный помидор. Да, конечно, конечно. Я знаю, как это сделать. Ну, как? Да. Если счастье друга твой пароль, если верит друг в твою отвагу, если враг бежит, бросая шпагу, в королевстве дружбе ты король, если враг бежит, бросая шпагу. В королевстве дружбы ты король. Помнишь, мы здесь были? Вот моя ветка, которую я сломал. Да, помню. Что-то не по себе становится. Без мамы, без папы, без товарищей. Да если и признаться, то и Люба не такая уж плохая. Скажи, Андрюша, а с девочками ты дружишь? Вот сказала, разве с ними можно дружить по-настоящему? А
со мной можно дружить? С тобой? Да ты вообще ничего, парень. Слушай, давай чуть-чуть вздремнем. Сперва ты, а потом я. А то всю ночь не спали. Ты спи, мне не хочется. Я когда болел, наверное, на всю жизнь выспался. Ты ложись. А я лучше буду сторожить помидор. Ладно. Слушай, почему тебе так легко удалось усмирить Тузика? Не знаю. Ведь универ говорил, что Тузик ненавидит мальчишек. Тузик, наверное, догадался, что я... Беспокойный день, дальний путь и мотив знакомый, знакомый. Я хочу, чтобы мой настоящий друг оставался со мною в любой беде, чтобы были лесные цветы вокруг, а дорога спешила к дому. Я не знаю, кому и где эта песня моя поможет, поможет. Я хочу, чтобы мой настоящий друг оставался со мною в любой беде, а когда улыбаются все вокруг, чтобы он улыбался тоже, улыбался. Помидор. Он будет наш. Вперед. Ой. Тихо. Он проснется, этот школьник. Где запасной? Куда? Портфель. Пошли. А что, я совсем проснулся, Елена Плейна? А, это ты, принц Чихари? Ну как, все в порядке? Конечно, пошли. А ты не хочешь поспать? Твоя очередь. Не хочу. На я пять. Марш! Ах, так. Ладья Ж7! Ножей! Пять! Снова шах королю унылю. Дайте-ка, унылю! Ступайте налево. Ну кто же так играет? Куда вы его хотите поставить? За патиссон. А, пожалуйста. Унелио, ступайте на D4. Король отступил. Очень хорошо. Теперь опять шах королю. Пешка. C7 на...
С5! Марш! Так, 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 так. И мать! Младшая пешка, мы победили. Молодые люди, где же вы пропадали? Становитесь-ка, принц, на свое место. А это еще вопрос, где чье место? Вот вам. А, что это вы принесли? Никак помидор. Неужели одного помидора хватит на нас всех? Даже если он такой большой. А мы и не собираемся вас угощать. Да как он смеет? Вызывайте стражу. Но вы же сами хотели над ними посмеяться. Ну, раз мы вам не компания, оставайтесь без нас. Скорее, оживляй короля! Течет, течет волшебный сок, течет, течет волшебный сок, течет, течет волшебный сок. Папа, папа! Е5, Д4. Волшебный помидор не помогает. Дай-ка я. Держи. Товарищ Патиссоне! А2, Д5. Слушай, Чихарь, а что ты делал, когда я спал? Я цветы собирал. Все понятно, принц, принцесса. Значит, помидор нам подменили. Интересно, кому нужен ваш помидор? Да на базаре помидоров сколько угодно. Так. Понятно. Сейчас проверим. Куда? Так вот, кто украл у нас помидор, тот об этом пожалеет. Ну, это заклинание. Это что, заклинание? Да, заклинание. Один волшебник научил. Так вот, у того, кто украл у нас помидор, отвалится нос, который он сует куда не надо. Да. Где? Конец колдовству! Мой старенький портфельчик, мой хорошенький словарчик. Смеетесь, смеетесь, довольно слез, ликуете впрок, но при этом... Хотите, я вам задам вопрос, хотите, я вам задам вопрос, и вам не найти ответа? Я тихо-тихо спрошу вас, а знаете, кто наследник? Смеетесь, смеетесь, на этот раз я просто смеюсь последним. Зачем тревожным своим лицом смущаю другие лица? Не будет сказки с плохим концом, не будет сказки с плохим концом. Но что-то еще случится. Король в короне, счастливый час. А знаете, кто наследник? Смеетесь, смеетесь, на этот раз уж я-то смеюсь последним. Смеетесь, смеетесь. Смеетесь, смейтесь, 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 смейтесь. Кого пригрел я на своей груди? Кто знает, что могло случиться впереди? Мы виноваты, наш король. Простить навечно нас изволь.
По справедливости мы с них сорвали маски. И не желаем больше слушать их глупые... Рассказки. Нет. Глупые истории. Не в рифму. Отныне картам объявляется запрет. Что я слышу? Король заговорил прозой. Мы больше не будем. Будем, 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 будем. Мой юный друг, я награждаю тебя званием шахматного офицера. Ты по достоинству займешь место нашего принца. Но я пионер. Я не хочу быть сказочным героем. И мне пора. И к тому же у вас есть свой принц, ваш сын. У меня нет сына, Андрюша. Как? Нет. Да. Так, смотри. Девочка. В шахматах принцесс не бывает, а у папы родилась я. Вот и пришлось нам скрывать, чтобы карты не знали, что у папы нет наследника трона. Но мне пора. Слушай, а почему ты так долго скрывала, что ты девочка? Боялась, что ты не будешь со мной дружить. Ну что ты, я вообще-то хорошо отношусь к девчонкам. И к тебе тоже. С вами иногда можно дружить. Да, температура у меня нет, мне пора просыпаться. Что значит просыпаться? У меня завтра ответственный матч с Анатолием Карповым. Это с нашим чемпионом? Да. Но это резко меняет дело. Тогда оставь нам что-нибудь на память. На память? Что же вам оставить? Ну? Я оставлю вам песню. Пусть кругом ночная тишина, пусть грозят бедой дороги эти, королевству дружбы есть на свете. Самая хорошая страна, королевству дружбы есть на свете. Самая хорошая страна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подумать только за одну ночь. Ну-ка, покажи горло. И горло то же самое.
Тебе, может быть, снилось что-нибудь? М? Кажется. Подумать только за одну ночь. И температура 36,6. И горло отличное. Ну, теперь я вижу, что сегодня у гроссмейстера Карпова есть достойный соперник. Ура! И небо голубое в этом королевстве нам с тобою завтра непременно повезет. В этом королевстве нам с тобою завтра непременно повезет. Завтра непременно повезет. Завтра непременно.